Так, всем доброго времени суток. Сегодня вот понедельник. Так, что у меня 60 FPS показывает, а не 30? Что это? За прикол такой. Ну, посмотрим, как дальше будет. Серия номер, по-моему, 7. Я все еще болею. Но мы поедем дальше. Ой. Беглу, так. 2, 5 ему еще. Вот это... Да, я помню. Таймер у меня работает. Поехали. Надо же. Ну-ка, как игра? Ну, мне кажется, 30 FPS все равно опять будет. Тогда нет. Получше почему-то. Я не знаю, что за фигня. Не 30. Ну 40-45 как-то оно странно. Ой-ой-ой. И об меня зашел. Ах ты мудак. На Клио вообще лох. Как он там умудрился так войти в поворот? Так, я не разыгран, я только зашел. Об меня опять зашел. Видели, какие чмошники? Меня больше другое радует, что не помогли настроить онлайн в Underground 1. И сегодня вечером мы уже будем кататься. Ого. Бедный таксист или кто там? Из пиццерии кто-то там. Не его день сегодня. То 30 показывает, то 40, то 45. Ладно, главное, чтоб не меньше. Сделаем вот так. Ой, надо было срезать там через это, ну ладно. Хорошо. Хорошее начало. Несмотря на то, что я не разыгранный. Так, не будем сохраняться. Поехали сразу две вот эти точки сделаем. Контрольный пункт. Давай, живей. Загружайся. Вот так вот. Отлично. В Underground 2 мне тоже звуки моторов, там, вообще эффектов нравятся, но в стоковом виде, ребят, в стоковом виде. Если ты машину потом улучшаешь, у них как-то подбирается все под одну волынку, звук будет. Послушайте, ради прикола, улучшите машину там, возьмите его, вот возьмите. Так, ах, зараза. Toyota Supra, возьмите Nissan Skyline и, ну, пусть будет Mazda RX-7. Улучшите все одинаково, все третьего уровня, и ради прикола проедьтесь там по прямой немножко на любой трассе в свободной езде, так просто катнитесь, послушайте звук, вы не увидите никакого отличия, поверьте мне. Это бред полнейший, чистой воды говня какая-то, перекочевавшая с первого андерграунда. Но здесь уже разработчики поняли, что это бред. И тут со звуками уже порядок. Более-менее. В прострите еще лучше подтянули. Там я люблю очень-очень звуки. Ну, про шифты уже речь совсем другая. Да, мне полегче определенно, но я больной еще. Я завтра на парад не пойду. 1 мая от предприятия у нас будет парад, я не пойду.
соскочу, скажу, что болею, да, и как-то не особо хотелось. Тем более мы в субботу напарником на диспетчерской у нас там висела табличка, типа всем на пора, там бла-бла-бла. Ой, я пропустил вот это вот так. Мы так посмотрели, переглянулись, типа там ну его нафиг. Но он сказал, пойдет, там мужик взрослый, у него там дочка, он говорит, я чисто возьму ее там, шариков каких-то там куплю, пошатаемся немножко. Не на сам парад от предприятия, а просто там в город. Вот так. Я говорю, я пас, вряд ли. Скорее всего, буду болеть. Ну, так оно и получается. Но меня радует, что очень радует, очень радует. Наконец-то по андерграунд будем гонять по онлайну. Ребята, я вам скажу, что я надыбал одну фишку про гонку, одну секретную. Пока об этом говорить не буду. Так, что такое? Так, скоростных ловушек, что-то там. Готовься к этой. Захарил ты меня своими смс-ками, иди к черту. Я вам хочу такую... Скажу, что есть один секрет. Не, я думаю, что все-таки не один, что Underground может преподнести небольшие сюрпризы, если эту игру любить. И кое-что есть, ребят, кое-что есть. Оказывается, не все так просто в карьере. Не все так просто, город живет и дальше тот. Так, а Кристина, я не заметил, на чем ты играешь? На механике, как я, или на автомате ты ездишь? Что-то я не смотрел. Но терзают меня сомнения смутные. Очень приятный занос был. Более похоже, что было бы, если бы я так повела бы себе машину. Так, таймер, не падай. Телефон у меня. Не падай, сдержись. Ой, ты откуда взялся, а, товарищ? На механике, наверное, я думал, что ты на автомате играешь все-таки. Во-первых, на механике надо уметь играть. Кто бы что ни говорил, надо уметь играть. Не просто зашел, поставил. О, поехал. Не. Плавненько, хорошо, идем. Угу. Глупейшая вот эта нелепая связка поворотов. Потом, наверное, мостуан тут пройду, буду в карбон играть. Мне нравится игра, прикольная. Тоже доводка есть, какая-никакая. Да и вообще она мне полюбилась как-то, та игра. Но хотя... Да-да-да, наверное, поиграю. Но если она у меня, не знаю. Так, беглу хочет прекратить гонку. Вот так. Прекратить гонку он хочет, да? Которую мы и не начинали. Но нет, ребят, смотрите. Хрен-то с два. Сначала мы поедем в магазин. Сначала мы поедем в магазин. У нас нет нитро. Ой, куда-то я разогнался. И, по-моему, а, нет, стоит. Тогда тормоза, да?
Вот, и их купим. Шины я проверю на всякий случай. Ну, все, вот сейчас хорошо. Так, ну и настало время, надо с ней что-то сделать. Охренеть, 5000 стоит. Вот этот вот мне нравится, кузов такой дерзкий. Посмотрите, да, на лицо Mazda. Смотрите. Отличная такая. Интеркулер он довольно-таки крупненький. Ну, сзади, конечно, там солянка. Так, а вот этот. А, ну вот этот поставлю, тоже очень симпатичный. 5000. 5000. Так, какой-нибудь спойлер. Я поставлю, да, тоже. Угу. Спорт, а что там еще? Тюнер какой-то. А, да, тут же две категории таких. Ну, такой вот. Диски. Надо обязательно. Хватит ли мне денег? Вот эти вот я бы поставил. Энки. Хорош. Ага, так, эти закрыты. А эти? Гоночный рогач. Такой перевод. Вон те вот я бы поставить хотел. Вот эти вот мне Super Leggera 3 нравятся. Но, блин, можно, в принципе, и вот эти поставить. Я поставлю их. Что? 2500? 10. Ну ладно. Я вот такую вот хочу машину. Именно блеск поставить. Ладно, в процессе будем думать. Пока так. Что там потемнее есть? Вот этот вот. Все, пока так. Пока вот такая вот Mazda. Это, конечно, не конечная версия ее, но пока на данном этапе я вот такую вот вижу. Ну, что там у тебя? Два круга. Ой, это долго. 14 минут таймер пишет. Меня радует, что FPS тут более-менее приходит в норму. Вот она. Вон тянется этот дьявол. Все водители одинаковы, как на подбор. Угу. Смотри, какой корпус гигантский у Eclipse его. Сама машина, не сказать, что маленькая, я ее много раз видел в реальной жизни. Ну да-да. V6, хорошая машина, блин. Но я пришел его победить, и я это сделаю. Так, я нитро, по-моему, Mazda не делал, не настраивал. В плане, не настраивал, да, потому что я его только купил. Так, вот этот поворот. Ах ты молодец, всех машин прошел, да? Видите, он поехал тоже сюда же. Он не поехал, как тупица в объезд. Поехал сюда. Что-то я помню этот круг на кобальте ездил с кем-то. Да, помнится мне.
Люблю я черный свет. Люблю. Так, маленький занос. Сюда, и он сюда поедет. Чувствую. Ну, конечно, он повернулся. Что-то там про него писали, что он вроде начинает нервничать, он теряет контроль, этот босс. Но мне кажется, понервничал, похоже. Это очень хороший. Ага, вон он уже едет по трассе, хотя он вообще был развернут в другую сторону, стоял. Ну, бота, сволочь, одним словом. Нет, так, скидываем. Вот так. Очень хорошо. Очень хорошо. 5.06. Прозрение. Тут либо три круга, либо два, но таких долгих. У него тоже на стиле машина, конечно же. Но вы посмотрите на мою крошку. Да, три круга. Прозрение. Так, сюда поедем, что здесь? Стоп, они реверс ли? Да хер с ним. Это вообще, по-моему, реверс тот раз. Или не реверс, да и фиг с ней уже с этой трассы, блин. Такое состояние опять, как это, приболевший, разбитый. Ой, блин, когда же уже кончится это все? Что-то долго я болею уже, мне не нравится это дело. Обычно я там 1-2 дня максимум. Тут уже 4 дня. По-моему, если не больше. И только вот немного легче. Мне просто очень интересно, как он быстрее, чем я, прошел тот отрезок вообще. Да читеры они конченые. И в Most Wanted тоже боты. Пытался что-то выгораживать. Нет, читеры они, все. Читеры читерские. Не такие жесткие, конечно, как в андерграунде. Но тем не менее, нечестные ребята. Ну и как ты там так зашел, дебилоид? Без инерции, блядь. Бедный-то чувак тоже вышел на работу зря. Вы видели, что было, как он зашел в поворот? Вот зараза, вот эти вот об стенки ударяться и заходить, это, конечно, тоже своего рода читы какие-то. Потом выпрямлять машину на азоте. Ну. Можно сколько угодно обзывать игру аркада, типа вот аркада, здесь так можно. Ну, я считаю, это не спортивное поведение, это очень... Это показывает тебя с плохой стороны, что ты все-таки...
ездить-то ездить, там победа есть победа, но как-то это не круто, что ли, смотрится. Не круто. Надо его сделать, я не хочу рестарт. Я вообще никак не хочу рестарт. Так, мы не переключим на шестое. Вот, пожалуйста, знак зацепил. Вау, он в этот раз поехал там. Дай бог ему, судья. Ну надо же, а. Не фейлит вообще. Настораживает уже его поведение. Я жду прямо от него каких-то фейлов, что он там где-то ударит, встанет. И можно будет ехать со спокойной душой. Не люблю я с боссами переигрывать гонки. Такие гонки не люблю переигрывать обычно, но с боссами меня прям раздражает. Делать рестарты, особенно на запись. Так, давай, стукнись там где-нибудь. И все. И уже. Я дальше без тебя тихонько доеду. Нет же, он будет ехать так. Уродец такой. Как это у него так получилось? Ехал туда, резко оказался в этом повороте. Так, а внимательно, внимательно тут надо. Боже мой. Надо, чтобы он в этот раз поехал тоже по левой. Да. Вот так вот. Беглу лоханулся, дружище. Все. Готов. Опять у меня под окнами какие-то там черти лазят. Ну ладно. Так, берем по традиции. Все, я выбираю две метки вот так. И так. Ну, подумаешь. О, тут у нас такой вот барон Карл Смит. По-моему, Porsche у него уже более-менее что-то. Заглянем. Ставим. Конечно. Угу. Так, что-то открыли. Вот Super Pro. Подвеска Nitros. Стоп, что еще их? Так, победите барона. Джевел. Барона. Так, коробка. Эрла. И двигатель. Кейс. Номер 7. У вас недостаточно денег. Елки зеленые. Кошмар, вот это да. Срочно надо зарабатывать. А, нет. Идем, сохраняемся. Это еще не все. Серия не заканчивается. Еще время есть. Поехали. 500 000 требует он премии. Ввяжитесь в полицейского не менее чем 5 минут. Короче, по идее, 5 минут с ними надо ездить и только потом уезжать. Thank you.
Да. Нет, ну не едь, нет, не едь туда. Ой-ой-ой, вот дебила. Вот почему вот, когда надо, такое не происходит. Когда не надо, они сами себя убирают просто. Что за херня? Офигеть, нашел. Поехали. Ну-ка. Этот хоть посмышленнее попался. Или я сглазил его? Цепляем вот так. Поехали сюда. Нафиг я это сделал, они сейчас потеряют меня моментально. Ого. С первым уровнем вообще, со вторым глумиться можно. Так, стоп. Кашель достает. Все как всегда. Давайте, давайте. Тормози! Какого ты хера едешь, придурок, блядь? Так. Он пробил ограждение. Давайте быстро за ним. Все машины, всем патрулям. Черная Мазда. Бегом. Ловите его. Какой? Какого ты сюда повернул? О, товарищ, а? Ай-яй-яй. Где у них тут заграждение? Так. Так, а у меня в этой вехе, веха вернее. О, свинья-копилка. Готова. Веха есть в этих самых. Четыре заграждения надо снести нахрен. Едем, пусть уже время, я смотрю, ничего. И на тенистой улице я постою в тени. Все замечательно. Что-то сделали, время, смотри, 31 минута там уже. Сейчас посмотрим. Да, одна веха есть. Все, спасибо всем за просмотр. Будем продолжать дальше гонять в NFS Most Wanted. Потом что-нибудь начнем тоже проходить, я думаю.
И пишите, мы уже начинаем в онлайн ездить в андерграунд.